Приветствую, друзья! С вами на связи Назаренко Наталья, и так как сегодня, сейчас уже разгар кабачков, хочу с вами поделиться рецептом кабачков с сыром. Очень классный. Для этого нам необходимо кабачки порезать на вот такие вот слайсы. Смазываем их маринадом. Это у нас растительное масло, прованские травы, копченая паприка, немножко соли и кунжута я решила немножко добавить. Вот такая получается у нас красота. Для этого с каждой стороны смазываем слайсы, ставим их на 10 минут мариноваться и в духовку на 180 градусов на 15 минут. Потом скручиваем рулетики и еще ставим на пару минут запекаться, чтобы расплавился сыр. И можно кушать вместо как ужина и как самостоятельное блюдо в качестве перекуса. Приятного аппетита, а я была вам полезна. Если что, пишите комментарии. Также напоминаю, что данную продукцию можно приобрести за шаги. Как это сделать, пишите в комментариях, вам отвечу с удовольствием. Получается очень-очень-очень вкусно. Благодарю за просмотр.